гололед. А ну попробуй по льду пойдет? Пойдет. Пойдет по льду? Не, буксует. Тут дом нашел. Нормально. Блин, УАЗик мне понравился, как едет, хорошо. Да, сказка. Холостые добавили, нет? Нет, надо сейчас Макса будет поймать. И отвертку. Ставь поперек трассы, скажем, пока холостые не добавим, дальше никто не едет. Прыжок. Опа, шея. Вот тут ставь посередине. Зачем? А куда ехать? Три дороги. Держи, держи, держи. Блин. Сейчас дельфин, где там он в Рубиконе? Вон влево, видишь, аж даже самую левую. Держите. Давай, 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 шею держи. Так, пошел дрифт, дрифт пошел опять. Ну да, я с него не выхожу. Пошел дрифт опять, боком идем, боком поле, осторожно, можем лечь. Осторожно, там овраг. Не, его нельзя продавать, Витя, это хорошая машина. Я полностью такой заплатил, Руслан, сейчас запчастей новых чуть-чуть подкуплю. На 2000 рублей, типа руль, почти продовочка. Руль хороший, не надо руль. Руль как значок Мерседеса. Не получилось. Слышь, как-то была по полю не едь. Как-то была покатуха. Как-то была покатуха, такое количество снега было, что не все машины могли ехать, чтобы ты понимал. По вот этому маршруту, понял? По этому маршруту было снега столько. Вот, это где-то года 2-3 назад. Не, года 3 назад, наверное. Ага, не поворачивай, да? Или я меня послал. Дрифт идет. А дрифт идет. По щекам кружится, льет. Все, поворачивай. Нормально. Задом надо было ехать, гелик вы сняли. Сейчас, следующий раз. Это не последний был раз. А где ты был, когда я в УАЗ попал? А где ты был, когда я на УАЗе гонял? Сани любилку сматывал. Я всего хотел подстраховать. А УАЗ угнали, да? Я офигел. Так я же еще и снимал же на ходу. Осторожно, тут овраг, тут овраг. Тут хаммер на бок. Тут хаммер на бок лег в этом месте, вот там внизу, на спуске. Тормози, тут спуск сейчас будет, Витя. Тормози, тут спуск. Левым колесом, цепани левым, вот левую эту, да. А, уже не выходишь? Вон, как он надо стать. Нет. Омывателем побрызгай. Я седьмой день попрыгнул. Седьмой? Ты четвертый раз. Не, ну я сегодня уже несколько раз был. Да, сегодня, да. Сегодня день за три у тебя. Шестой раз, значит. Какие болят. Ага. Что вы меня держите? А ну выключай, понижай. Осторожно, осторожно, осторожно. Вставляем, вставляем всех. Рвем, рвем. Пацаны, главное держи. Осторожно, тут, подожди, тут спуск, Витя, спуск. Да, Витя, на подъем. Витя, спуск. Витя, стой, тормози, Витя. Витя, тормози, Витя. Витя, тормози, Витя. Нет тормозов у Витя. Витя, Витя, мы боком идем, блин, сейчас ляжем нахрен. Боком валим, боком. Давай на гору вверх. Вверх вали, вверх вали. О, поехали.
не поедем. Передумали. Ну ладно, что там? Ну ты только сверху. Слышь, ты запомнил, вот это работает? Вот так вот на фоном сюда делай со мной. Никита, ты так делал? Да. Я закладываю. Надо центр тяжести. А какая у тебя машина? Я русская. Какая у тебя машина? Сейчас? Такой же УАЗик. Да. Только инжекторный. Где он? Ну я ему показываю, как мы все ездим. А где он сейчас? Дома? Да. Бережешь, да, или чтобы не поцарапать? Новый. Новый или что? Да, да. Так будешь продавать? Нет. Так будешь продавать мне, скажи. Я в надежные руки его возьму. Получим вас новенький. Можешь Витя в кредит отдать его? Ну. Молодец, Усов. 0,01%. 0,01, да, сейчас это популярная ставка очень. Нет, занесли вон нахуй. Мы, блядь, виноваты. Ага. Ездить не умеют, а мы виноваты. А мы виноваты, да. Это вообще лошары, блин. Ты согласен? Да это вообще. А ну открой форточку, плюнь на него, блин. Пацаны, форточка не открывается. Блин, подожди, подожди, нам вправо надо. Не надо кататься по полю, понятно? Да, да, он же все это, активист. Вправо. Блин. Никита, молись, Никита, молись. Никита, молись. Никита, молись. Смотри, смотри. И я сюда. Стой, 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 стой! Тихо, Никита, молись. Никита, молись. И за УАЗик не садись. Это вообще, блин, Витя, 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 дерево, Витя. Понял, это отмазка? Обойдите, чувствую полностью. Да деревья отбегают просто, когда тебя видят, понимаешь? Габариты ты чувствуешь, ни хрена ты не чувствуешь, блин. Да. Да? Да, вот. Надо ехать где-то правее. Чего? Рубикон влево ушел? Душа требует, я что туда знаю. А, давай правее, если хочешь. Что-то как-то... Не, давай. Блин, вообще-то измотал уже меня вообще просто. Вроде я пешком бежал, блин, 52 километра, 43 метра, блин. Блин, что-то голова, кажется, на шее начинает шататься. От шеи начинает отделяться. О, покрышки, смотри, это Майдан кто-то готовил, видел? Покрышек сколько. Может поджечь их? Подожди. Что такое? А вы где масла нету? Масла нету. Давай дольем. У кого-то по-любому есть с собой масло какое-то. А, позвоночник! Блин, это жесть вообще. Никита, а ты дома мог сейчас на теплом диване сидеть? Да, я такое люблю. Такие звуки? Точно раздаться? Нет, такие звуки. Что там с температурой двигателя? Это не кипит она? Нет, температура нормально. Витя, раздатки — это твое слабое место, я тебе говорю. Они меня не любят. Не любят раздатки, блин. Раздают тебе по полной. Не, этот звук сейчас пройдет, я тебе пока поднимется. Этот звук пройдет сейчас, заклинит и перестанет жужжать. Подожди, потому что там такие... Что такое? Да ну. Ой, что там произошло? Да, там что-то... Сломалась машина, блин. А, аккумулятор трет, наверное, об шкив. Аккумулятор об шкив трет. Блин, жалко, что я весь этот экшен не снял снаружи. Там Яна снимала эти поездки. Аккумулятор трет. Видишь, я же сразу определил. Протерла аккумулятор, нет? Что? Слетела этот с расширителя. Слышь, надо развернуть его, наверное. Или так он был? Не, развернуть надо. Витя, разверни его, чтобы клеммы там не коснулись кузова. Ну, я его не развернул. Чего? Разверни его, он же был наоборот. Или так был? Все. Чар, а ну, давай. Стой, подожди. Ничего пока не делай. Давай, заводи. Масло что там не течет? Подгазуй. Еще? Починил. Починил, да, красавчик. Легкая рихтовка капота. Починил? Можно обратно хозяину отдавать, не подходит.
возврат. В течение двух недель можно вернуть. А ну еще.